биткоин-инвесторы смогут получить грин-карт. Американская миграционная служба рассматривает возможность использования биткоинов в качестве оплаты обязательств для получения противоречивой инвестиционной визы. Так, согласно условиям американской инвестиционной миграционной программы, зарубежные инвесторы могут получить инвестиционную визу EB-5, которая дает право на зеленую карту, а затем на гражданство Соединенных Штатов Америки. По условиям программы, минимальный объем инвестиций в экономику США должен при этом составлять 1 миллион долларов.